Привет, красавицы! Зима – еще один повод порадовать себя новым ароматом на холодное время года. Мы посоветовались с нашим консультантом по парфюмерии и подобрали для вас 5 зимних ароматов из сегмента люкс. Итак, наш гордый первый номер – Marc Jacobs Decadence. Аромат вышел в прошлом году и покорил парфюмерных маньяков красотой своего флакона. Это роскошная театральная сумочка из крокодиловой кожи, украшенная цепочкой и кисточкой, но не может оставить равнодушным. Парфюм относится к древесным и восточным ароматам, но в то же время искрит шампанским, настраивая на правильный новогодний лад. Он как уютное одеяло, которое приятно укутывает в морозный вечер. Нельзя сказать, что он для всех. В нем четко слышится слива, амбра и ветивер. Эдакое веяние Востока, манящего и загадочного. Пряный Армани Кот предназначен для мужчин, но мы, как ярые поклонницы парфюмерной мультигендерности, советуем его попробовать и женщинам. Аромат из новинок вышел в этом году и уже успел оставить приятный след в памяти альфакторных гурманов. В нем ярко слышится мускатный орех и кожа, отчего аромат становится невероятно теплым, сладким и немного смолистым. Сплошное удовольствие. Эпатажная туфелька от Каролина Херрера с нотами жасмина и какао говорит сама за себя. Как хорошо быть плохой. А мы вот возьмем и согласимся. Настоящая женщина – это капризная женщина, при том, что в этом флаконе скрыта вся дерзкая двойственность женской натуры. По одну сторону индийский жасмин и тубероза, по другую – какао и бобы тонко. Непередаваемый коктейль, очень загадочный и неоднозначный. Нам определенно такой по душе. По мнению Дома Герлен, идеальный мужчина в 2016 году должен пахнуть миндалем, кожей и ванилью, одним из сильнейших афродизиаков. А мы не спорим. Сандал, ладан, розмарин и чабрец отлично вписались в композицию «Лем идеаль» и покорили не одно женское сердце. Самое ценное в этом аромате – это то, что в нем каждый слышит что-то свое, особенное. Для кого-то это пряные деревяшки, для кого-то шоколад с ликером, а для кого-то мужчина мечты. Поклонники маленького черного платья явно обрадовались новинке от Guerlain. Noir Intense вышел в этом году и многим запал в душу своим новым звучанием. Его отличие и главная особенность от предыдущих маленьких черных платьев – это преобладание черники в верхних нотах. Неизменными остались сахарная вата и ваниль. Райское удовольствие для настоящих сладкоежек. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, а в комментариях пишите, какие ваши самые любимые ароматы. И следите за обновлениями на нашем канале. Мы готовим похожую подборку только с нишевой парфюмерией.